Методическая конференция «Смарт-форум» уже в пятый раз собирает и объединяет учителей. На образовательной площадке педагоги делятся опытом в области преподавания иностранных языков. Каждое выступление конференции построено по принципу «бери и делай», что позволяет педагогу сразу применить полученные знания на практике. Каждый год мы стараемся выбрать направления и темы, которые были бы наиболее интересны учителям. И в этом году у нас три направления. Это тенденции 21 века, где мы говорим о самых современных подходах к обучению иностранным языкам. Это лучшие практики, где в формате «бери и делай» учителя будут делиться своими наработками. И очень важная и интересная тема, которую мы ввели впервые в этом году, это теория поколений, современные дети и их родители, где выступающие будут говорить именно о том, об особенности работы с современными детьми и их родителями. Образовательный форум задумывался как место, где можно делиться накопленными знаниями. Свою функцию он выполняет на ура, и с каждым годом методическая конференция растет и развивается. Конечно, задача данного форума – это представить те лучшие практики, которые на сегодняшний день есть в методической копилке учителей английского, там, немецкого, французского, то есть учителей иностранных языков. Каждый педагог в нашем регионе сегодня получает такую возможность даже в области своего предмета, вот, например, как иностранного языка, прикоснуться и увидеть опыт своих коллег, транслировать свою педагогическую практику, но и, значит, в широком смысле стать членом вот уникального профессионального сообщества. Участники конференции могли послушать 15 лекций на темы, что нужно знать для преподавания английского языка, психологическая подготовка к ЕГЭ, развитие мягких навыков, игровые уроки и универсальный конструктор занятий. Я не первый раз участвую, и действительно мне очень нравится, потому что здесь на форуме не просто творческая обстановка, то есть мы не просто, вот я, например, как спикер, не просто доношу что-то до других, но я тоже хожу в другие лектории, слушаю других, то есть получается мы обмениваемся опытом вот в плане больших лекций, но еще у нас есть 5-минутки перерывы, когда мы еще в кулуарах тоже делимся мнением. И иногда в этих мнениях есть такие крупицы, за которые цепляешься, и потом эти крупицы вырастают в что-то более серьезное. В методической конференции приняли участие более 100 учителей образовательных учреждений города и области, педагоги дополнительного образования. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда, ТВ.